Всем привет. Ребятки, если вы на меня обиделись за то, что я прекратила первое видео, как мы пошли на охоту и ходили, вот это продолжение сегодняшнего дня. Мы утром, а сейчас уже обед. Погрузились мы и приехали вот в такое вот место. Вот такие есть холмы. Мы будем спускаться вниз, через речку переезжать и подниматься на ту сторону ущелья, как бы туда в гору уходить будем. А там речка внизу идет, Peace River. Сейчас они разгрузятся, я вам немножко пейзаж тут покажу какой. Горы, конечно, резко такие эти. Вниз холмы спускаться. Мы сюда ехали, Дирафу уже видели. Элков не видели еще. Какая красота и тишина. Мне вообще нравится охотиться. Не то, что там ты едешь что-то застрелить, а, допустим, просто поехать с детьми, выехать, насладиться природой, покататься. Застрелим, не застрелим. Это не так, что у нас ничего кушать нет. У нас есть много чего кушать. Смысл охоты? Расскажи, в чем? Кто его знает? Поразвлекаться, I guess. Поразвлекаться, покататься. И говорю, и насладиться. Природой. Природой, какая природа? Или мы участвуем в game management. Я не знаю, как перевести даже. Не надо ничего переводить. Опять же, вопрос насчет, вот когда мы лося взяли. И вопрос был, мол, типа, что, канадийцы не могут распределить, там, яйца оставлять на животном или нет. Делятся на категории. Есть настоящий спортсмен, который ухаживает за экосистему, да? Например, если мне лицензию дали, и я есть жадный человек, браконьер, я могу вывести 5 лосів, скажем, самку застрелив, типа вот рога, ще свежий кров на ньому. Доказательство рога є, правда є? Ну вот. Тому нехай заставляють, щоб уставляли яйця там или что там. И плюс еще у нас дают пермиты и на самок тоже. У нас есть на самок. У нас на элков, на самок и на быка. И диры у нас есть на самку и на 2 козла, получается. И когда тебе пермит дают, у тебя в пермите написано, что ты можешь взять самочку. Вот, пожалуйста, оставил ее принадлежности. Она без рогов, они понимают, но видят на ноге, оставили, что это действительно самочка. А если у меня пермит, допустим, на рогача, там, на козла или на быка, ну, там не только рога. Рога тут ни при чем. Им рога без разницы. Тут по поинтам только на элки надо оставлять. А на лося без разницы. Лишь бы рога были. Там, допустим, в других штатах надо иметь, так как на Аляске, 55 инчев вроде ширины, чтобы они были. И 3 brown tines. Рога этих должны были быть внизу. Ладно, короче, болтать много не буду. Они разгружаются. Увидимся там на горе, как ехать будем.
надо элков. Они опять далеко. Нашли другого рогача. Сейчас попробуем ближе подойти через поле. Может, возьмем. Я не снимала, когда ты стрелял. А чего? Я села там в кустах, мне ничего не видно было. Че, идем искать его? Один был выстрел. А че не сосняла? Идем туда, пойдем. Мистей, да? Да. Ребята, вы его видите? Ты его видишь? Это же наши елки, а? Ушли. Ножики? Я ножик взял, все взял. Да и не. Еще немножко, сейчас вышли почти. Большой трофей, слушай. Вау. Вау. Красавец, а ну садись. Здесь я тебя с ним сфоткаю. Вон там, если зад посмотреть, там стоит, ну не рогач, самочка. Вот это есть мюл. Подними его, трофей его покажи. Вот это есть мюл бак. Куда ему хоть попал, а? В лопатку там. Куда? С той стороны. И на них пермиты дают только в лотерею. Лотерея у нас стоит $3.81. Заполняешь лотерею в мае, в конце июля они говорят, имеешь ты или нет. И у меня в прошлом году на такого рогача мне дали, а в этом году Игорю дали. Вот эти именно мюлы по дорогам бегают, столько машин их сбивает. А вот куда-то. Сердце. Давай я тебя сфоткаю. Давай. Возьми вот так за рога. Сейчас мы пофотографируемся. О, Егор прислал. У нас сейчас Егор в школе.
Да, я фотографирую. Сейчас. Прислал мне только что фотографию, что он там, где сейчас летают. Он в школу на полеты начался. И прислал фотографию, что два бака. Смотри еще раз на меня. Какие твои впечатления? Нормальные. Улыбайся. Прошли мы сегодня с тобой сколько? Километры мы уже 5-4. Ага, с утра встали. Хороший бак. Сейчас ждем Филиппа, сейчас мы его тег оденем. Давай мы тег оденем. О, ладно, давайте, пока.